Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. Сегодня во всем мире «Черная пятница» – день грандиозных скидок и распродаж. Традиция эта пришла к нам из Соединенных Штатов и очень хорошо прижилась. Как «Черная пятница» помогает бизнесу увеличить прибыль, а также как нам, рядовым покупателям, не потратить лишних денег под влиянием маркетинговых уловок, будем обсуждать в ходе сегодняшней передачи. На онлайн-связи с нашей студией Ильшан Курбанов, профессор, доктор философии, преподаватель кафедры экономики, бизнеса и менеджмента Азербайджанского университета архитектуры и строительства, а также Александр Егоров, управляющий партнер в компании «Алитикс». Здравствуйте, уважаемые эксперты. Спасибо, что к нам присоединились. Добро пожаловать к нам в эфир. Господин Курбанов, хочу начать с вас. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, все-таки, что такое «Черная пятница»? Это возможность хорошо сэкономить или все-таки это такой маркетинговый прием, который позволяет бизнесу заставить покупателей больше потратить, сделать какие-то ненужные покупки, то, что им абсолютно не нужно? Как вы считаете? Добрый вечер. Ну, в первую очередь, благодарен за приглашение. И надо отметить, что все зависит от того, с какой точки зрения вы к этому подходите. Если вы подходите с точки зрения компании, безусловно, это возможность получения дополнительных прибылей. Даже если не прибыли в чистом виде, то подготовка к будущим продажам. Если говорить со стороны потребителя, то надо все-таки потребителей разделить на грамотных и желающих побольше потратить и побольше купить, то в первом случае, конечно же, когда потребитель отбирает необходимые товары, он экономит. Если же он просто приходит в магазин, в маркет, в супермаркет, то чисто психологически он может не устоять перед соблазном и, конечно же, потратить больше, чем он может. Особенно, если у него в руках кредитная карточка. Ну вот мы всегда, не первый год уже видели, какие толпы бывают в Европе, в Америке. Просто люди забегают в магазины и хватают все, что просто лежит, неважно, не смотрят. То есть все-таки, как вы считаете, это вот нужный товар или нет для них? Все зависит от самого человека. Вы знаете, пандемия нам показала очень уникальные примеры, когда пол Америки скупала туалетную бумагу. До сих пор непонятно, нужна она была им или нет, и сколько этой бумаги осталось в домах. То есть иногда бывает такое понятие, как массовый психоз, и люди поддаются этому массовому психозу. Однако при правильном подходе, я думаю, что наши исследования как раз показывают, что деление – это 1/3 на 2/3. 1/3 все-таки потребителей показывает, что они готовы к этой пятнице, они знают, что именно покупать. А 2/3 – они как бы не совсем верят в эффективность экономии их денег, но при этом даже из этой 2/3 люди попадаются на удочку. Если они в этот период попадают в супермаркет, в магазин, то они, конечно же, выкупают иногда все подряд. Господин Егоров, к вам хочу обратиться и поговорить с вами о оценке «Черной пятницы» со стороны бизнеса. Но вот мы видим, что часто бывают скидки 50, 70, там, даже 90%. Вот насколько такие скидки выгодны для бизнеса? Добрый день, добрый вечер. Здесь тоже нужно подходить с точки зрения того, какой бизнес. Понимаете, дело в чем? В зависимости от ниши маржинальность товаров меняется. Если мы говорим про, например, фэшн, если про одежду, если мы говорим про ювелирные какие-нибудь украшения, то там очень высокая наценка. И компания действительно может позволить себе, не уходя в убыток, дать очень большую скидку. Конечно, не 90%. Сегодня мы в массовом сегменте таких скидок не увидим. Но 50-70 – вполне себе ожидаемая скидка в некоторых сегментах. В то же время есть ниши, в которых скидка
а больше, чем 10%, там 15%, она губительна. Самый банальный пример – это массовая электроника. Дело в том, что это ниши, в которых маржинальность ну, исчисляется, дай бог, десятком процентов, иногда единицами процентов. Поэтому, конечно, если компания занимается продажей товаров в такой нише, то, скорее всего, она либо не даст большие скидки, либо она умышленно будет продавать себе в убыток. Либо возможен третий вариант, когда в «Черной пятнице» участвует не только магазин, не только стимулирует «Черную пятницу» магазин, но также и продавец, также производитель, вендор. Соответственно, возможно, что вместе, договорившись, они могут обеспечить большие скидки даже в тех нишах, где стандартная маржинальность достаточно низкая. Ну, наверное, еще бывает такой случай, когда пишут, что скидка 80%, а на самом деле это не так, она гораздо ниже или ее вообще нет. К сожалению, да. К сожалению, до сих пор, даже спустя там несколько лет, с тех пор, как покупатель уже понимает, что скидку иногда создают искусственно, завышая стоимость товара, это до сих пор встречается, хотя по наблюдениям собственным, по наблюдениям моих коллег, кажется, что компании к этим приемчикам уже, так сказать, охладились и в меньшей степени их используют в своей какой-то тактической деятельности. Господин Курбанов, к вам хочу вернуться и спросить вас, вот как вы считаете, может ли быть такое, что компании продают товар ниже себестоимости, ну или ниже, чем они сами купили, если мы говорим о магазине? Вы знаете, вопросы и да, и нет. То есть, если брать конкретно единицу товара определенную, когда она продается по какой-то определенной цене, то иногда может быть, что остатки товара, которые от какой-то определенной поставки, могут продаваться по цене себестоимости. Но это если мы берем полностью партию товара, и когда компания-продавец решает, что она уже получила достаточную прибыль от продажи первой части партии, дальше она чисто в рекламных целях, чисто для продвижения товара или какого-то бренда, она может довести это до цены себестоимости с покрытием каких-то операционных расходов. Но это ни в коем случае не ниже себестоимости. То есть там, если мы говорим о прибылях, это могут быть не только монетизированные прибыли, но и имиджевые прибыли. То есть это прибыль в будущем, скажем так. То есть они в этот день могут продать какую-то партию там, по себестоимости, но не ниже, поверьте. При этом на следующий день, показав свой товар, если он новый, то на следующий день у него поднимется цена обязательно. Если это старый товар, то это стоковый товар. То есть они продают это по цене аутлета. Но мы живем в век прибыли, и ни один бизнес себе в ущерб ничего делать не будет. Господин Егоров, к вам вопрос. Вот сейчас мы живем в период пандемии, к сожалению, она никак не закончится, и пока даже прогнозы сложно делать по поводу того, когда она закончится. И понятно, что она изменила бизнес, изменила продажи. Сейчас уже нельзя допустить, чтобы вот такие толпы народа заходили в магазины. Во многих странах Европы уже опять вводят локдауны. Расскажите, пожалуйста, как пандемия изменила «Черную пятницу»? «Черная пятница» изменилась ровно так же, как изменились продажи товаров в обычное время, в не «Черную пятницу». Понятно, что сегодня покупатель покупает преимущественно в онлайне. Сотни процентов роста год к году у всех ритейлеров, у всех магазинов в онлайне. Поэтому картину, которую мы наблюдаем, похоже на то, что люди абсолютно спокойно, с тем же самым удовольствием шопятся на «Черную пятницу» только в онлайне,
И тут, конечно, перед компаниями в онлайне стоит задача, а как обеспечить мерчендайзинг так же, как они обеспечивали его в офлайне. Потому что если в офлайне человек мог прийти и, двигаясь к намеченному товару, он мог по ходу захватить еще какие-то распродажные скидочные товары и, так сказать, увеличить средний чек, то в онлайне эта задача сложнее, потому что человек не двигается физически по магазину, он, если у него целевой шопинг, то он, скорее всего, сразу же переходит в нужный товар. И тут уже технологии онлайн-продавцам позволяют в какой-то степени повторить правильный мерчендайзинг, правильное расположение товаров, правильные рекомендации, для того, чтобы человек не просто купил нужный ему товар и, собственно, оформил казино, для того, чтобы он по ходу что-то еще захватил. И это задача современных маркетинговых технологий, может быть, даже в какой-то степени до сих пор стартапов. И это тоже направление очень активно развивается. А можете привести конкретный пример, как можно выстроить грамотный мерчендайзинг в онлайне на примере каких-то товаров? Да, безусловно. Самый простой пример мерчендайзинга – это что еще покупают с этим товаром. Предположим, вы решили купить себе новый телефон, 13-й, какой там по счету iPhone, и в любом офлайне вам всегда предложат чехол, зарядник, держатель для автомобиля. Абсолютно похожим образом нужно действовать в онлайн. Когда человек оформляет заказ, ему нужно правильно, в нужный момент сказать, а с этим товаром еще покупают такой-то чехол, а возможно, если вы постоянный покупатель этого магазина, магазин знает о вас, там, какого вы пола, возраста, какие у вас интересы, и он предложит вам чехол соответствующего цвета. Да? То есть если я мужчина, брутальный, мне, наверное, предложат, значит, черный чехол. Если вы молодая девушка и учитесь на первом курсе, вам предложат два чехла, один розовый, другой светло-розовый. Соответственно, вот эти вот рекомендательные мерчендайзинги в онлайне, а что еще покупают с этим товаром, это один из самых уже привычных и распространенных инструментов, который на сегодня любой уважающий себя онлайн-магазин обязан использовать, иначе он просто потеряет ту мерчендайзинговую преимущество, которое давал ему офлайн. Господин Курбанов, вопрос к вам. Всем понятно, что Черная пятница, скидки во время Черной пятницы, они заставляют покупателей покупать больше. А какие еще методы маркетинговые служат той же цели? Вы можете привести примеры? Какие сейчас методы активно используются в магазинах? Спасибо. Вы знаете, мы сейчас говорим про Черную пятницу, но в сущности, если задуматься, Черная пятница, она как бы по времени распределена на весь год. Это выражается в праздничных скидках, это Крисмас-базары, в Азербайджане это Гурбан-байрам, Рамазан-байрам, Ноуруз-байрам. То есть в каждом случае продавцы, то есть компании, бренды, они стараются заполучить и стимулировать покупателей покупать больше и больше. Для этого очень много маркетинговых ходов и методов. Это и подарки в виде образцов, это и сеты подарочные, это и снижение цен, это и группы товаров комплектуются вместе. То есть если вы обратите внимание, вы это все можете видеть на протяжении всего года. Но не в таком тотальном размере, как в Черную пятницу. То есть в определенное время, даже суток, можно продавать определенные товары. Это тоже как бы стимулирующий элемент в маркетинге и в продажах. Так что Черная пятница forever. В наше время это уже превратилось в долгосрочную программу продавцов и компаний, которые занимаются продвижением товара.
Господин Егоров, вы хотели бы что-то добавить? Какие еще, на ваш взгляд, очень эффективные методы маркетингового продвижения вот сейчас используют магазины для того, чтобы заставить покупателей покупать больше? Я бы здесь добавил бы пару методов. Первый метод – это карты лояльности. Все мы ими пользуемся, все мы их видели. Когда чем больше покупок ты делаешь, тем больше баллов тебе начисляют на эту карту. Возможно, потом ты эти баллы можешь поменять на товар или на что-то еще. И, безусловно, это инструмент, который позволяет выстроить лояльность. И лояльность покупателей, увеличить, так сказать, с ними отношения, поднять частоту покупки, что очень важно для любого ритейлера, возможно, где-то даже увеличить чек. Это массовая история, крупные магазины сегодня практически все это используют, а те, кто не использует, уже двигаются в этом направлении. Вторая история очень похожа, это, опять же, про частоту покупок. Это купон на следующую покупку. Абсолютно распространенная история. Купи у нас что-то на X денег и получи еще 0,1X на следующую покупку. Таким образом, причем этот купон, само собой, ограниченного времени. То есть он не бесконечен, он может сгореть. И это всегда мотивирует покупателя придумать, а что же мне еще на самом деле нужно. Такая штука очень хорошо работает во многих нишах, даже там, где частота покупок невысока. То есть если мы берем, опять же, пресловутый сегмент электроники, даже там, где мы редко ее покупаем, ну, люди зачастую задумываются, что бы мне еще прикупить. А может быть, у меня фен уже не тот, а может быть, мне там новый триммер нужен и так далее и тому подобное. То, что активно сегодня используют, вот это основные. Господин Курбанов, к вам вопрос. Как вы считаете, вот какой совет вы можете дать обычным покупателям, как не дать себя поймать вот на эту удочку магазина в черную пятницу или в любое другое время, когда магазины пытаются заставить нас купить что-то нам ненужное? Вот как избежать ненужных трат? В первую очередь знать свой кошелек. И вторую очередь, может быть, более важное, это все-таки делать покупки по списку. Заранее подготовиться, заранее знать, что необходимо, и, сделав список, уже конкретно, целенаправленно идти. И не обращать внимания направо-налево, и не обращать внимания на рекламные вставки в интернете, когда тебя анализируют по твоему IP-адресу и понимают, что ты предпочитаешь и что ты покупаешь обычно и что тебе предложить. Точно так же, как Александр рассказал про телефон и держатели для автомобиля. То есть это в первую очередь анализ своих необходимостей, потребностей и, соответственно, кошелька, карты. Скидочные – это хорошо, но когда карта, она кредитная, она превращается в долгосрочную кабалу. Господин Егоров, а как вы считаете, с какими категориями населения вот такие маркетинговые уловки, приемы работают лучше всего? Возможно, категории по возрасту, по полу, по каким-то еще показателям? Безусловно. Покупатели женского пола в большей степени подвержены влиянию «Черной пятницы» и вообще любых скидочных политик. Что касается возрастной категории, то мы наблюдаем историю, когда старшее поколение в меньшей степени подвержено влиянию скидок, более младшее поколение, ну, мы говорим, само собой, про тем, кто больше 18, кто обладает собственными средствами, оно в большей степени подвержено влиянию «Черной пятницы» и прочих скидочных политик. Но я бы не стал это рассматривать как то, что они бездумно пользуются или там бездумно попадают на крючки компаний. Кажется, что многие из них
в принципе, уже привыкли к тому, что один и тот же товар можно где-то купить со скидкой, и для многих из них это целенаправленная политика не купить сейчас, дождаться там, месяц, может быть, полтора распродажи, и вот в тот самый момент купить. И при этом в том же самом онлайне сравнить предложение 3-5 топовых продавцов, у кого-то наверняка окажется дешевле. Поэтому кажется, чем младше, тем они разумней и продуманней готовятся к скидкам. Для них это уже привычный процесс, встроенный в их там, повседневную жизнь. Вы сказали, что старшее поколение меньше на это реагирует. А неужели нет никаких маркетинговых приемов, которые поможут им именно привлечь эту категорию населения? Если не скидки, может быть, какие-то другие? Честно говоря, на рынке не видны какие-то особые приемы или методологии, которые были бы направлены непосредственно на старшее поколение. Тут можно фантазировать, начиная от того, что дарить билеты в большой театр, как это было много лет назад, и заканчивая тем, чтобы дарить подарок внуку. Но кажется, раз мы не видим таких прямых методологий, они не прижились массово, наверное, продавцы и маркетологи пока не подобрали ключик к этой аудитории, но технологии не стоят на месте. Это случится, я думаю, когда-нибудь. Господин Курбанов, к вам вопрос. А может ли в современных реалиях магазин или бренд полностью отказаться от каких-то маркетинговых инструментов и полностью полагаться на то, что ну, захотят, купят, не захотят, не купят? Вы знаете, тут, конечно же, воспитательный момент необходим. И нет ни одной компании, ни одного бренда, который мог бы не пользоваться маркетинговыми инструментами. Другой вопрос, что как их чередовать. То есть иногда одни инструменты работают, другие не работают. И искусство продаж, искусство маркетинга как раз и заключается в том, чтобы в зависимости от места, от потребителя, от товара самого назначать и применять какие-то определенные непосредственно эффективные для данного направления маркетинговые стимулирующие инструменты. Я не представляю, чтобы какая бы то ни была серьезная компания просто уповала бы на то, что вот мы выставим, и кто-то подойдет, купит. В этом случае это определенно провал. А вот вы упомянули, что какие-то инструменты могут не работать. А вот какие, на ваш взгляд, сейчас работают хуже, чем, возможно, работали там несколько лет назад? Вы знаете, тут даже не по времени дело. Инструменты, они, я уже отметил, что их необходимо чередовать. То есть определенный инструмент может работать определенный срок, но он как бы может поднадоесть потребителю, и тогда нужно использовать другой инструмент. Например, если вы постоянно будете в определенном пакете связывать какие-то 2-3 продукта и продавать их в пакете, то через некоторое время это как бы потребитель привыкнет к этому инструменту, и он отойдет от этого. Да? Если вы начнете исключительно уповать на цену и дисконтные цены подавать на рынке для увеличения продаж, то через некоторое время этот инструмент тоже не будет работать, потому что потребитель будет ожидать все больше и больше понижения цены. Тут, конечно, искусство продаж заключается в том, чтобы, ну, не то чтобы манипулировать, но, по крайней мере, зная психологию потребителя, чередовать маркетинговые инструменты для стабилизации и последовательности своих продаж. Господин Егоров, а вы как считаете, есть какие-то инструменты, которые уже устарели, которые не стоит уже применять? Кажется, что инструменты особо не устаревают. Но я соглашусь со своим коллегой, что, безусловно, нельзя
постоянно одним и тем же инструментом или одним и тем же подходом стимулировать потребление. Людям оно приедается. Если мы говорим про скидки, там ситуация может быть еще хуже. Люди привыкают к постоянным скидкам и уже не покупают, если мы им не даем скидку. И это на самом деле, вот эта тонкая грань между тем, делать распродажу, не делать, давать скидки постоянно, давать только избранным покупателям, она очень, это действительно искусство продаж. И вот здесь продавцу очень важно не ошибаться. Потому что попасть в уловку, о, у меня покупают, потому что у меня скидки, и потом попытаться отказаться от скидок после долгого времени будет достаточно трудно. Поэтому я бы здесь сказал, что вот такие массовые распродажи, как «Черная пятница», как какие-то крисмас распродажи, они во многом помогают маркетологам и компаниям ориентироваться в, вот, в направлять свои скидки в нужный момент, а не просто раздавать их налево-направо в момент падения там, спроса или чего-то еще. А что касается изжитых инструментов, ну, вы знаете, наверное, здесь нельзя отметить какой-то конкретный инструмент. Все они так или иначе трансформируются со временем. И нет, наверное, ни одного инструмента, который сегодня кто-то там перестал использовать, потому что он не работает. Скорее, он трансформировался. Ну, то есть он видоизменяется, и вносятся какие-то коррективы в его использовании, но, тем не менее, все маркетинговые инструменты, как жили несколько десятилетий назад, так и существуют сегодня. Я правильно вас понимаю? Да, к сожалению, все, что придумал Котлер, оно до сих пор работает. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, передача на этом наша заканчивается. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». Вела ее я, Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о маркетинговых уловках бизнеса для увеличения продаж. На мои вопросы отвечали Эльшан Курбанов, профессор, доктор философии, преподаватель кафедры экономики, бизнеса и менеджмента Азербайджанского университета архитектуры и строительства, и Александр Егоров, управляющий партнер в компании «Алитикс». А я на этом с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.